Добрый день. У нас с вами вторая встреча. Посмотрите на наш пирог. Сейчас посмотрим, мы его перевернем. Что внутри? Хрустящее, такое красивое тесто. Переворачивать очень удобно, если мы сверху положим тарелочку и перевернем. А так как мы положили пергамент, поэтому это стало еще. Так, готовы? Как вам? Хорошо будет видно? Печеные яблочки без сахара. Мы сейчас польем медом. Если вы не кушаете мед, можете пропустить этот этап. Можно растопить абрикосовое варенье и смазать яблочки. Тогда они будут также блестеть. У меня столовая ложка меда. Посмотрите на эту красоту. Запеченные яблочки без сахара, только 10 грамм ванильного сахара. Тоненькое тесто. Это очень красиво. И вкусно. Надо попробовать. Это так вкусно. Яблочки. Вкус яблок, а не карамели, не песочного теста. Боже, это вкусно. Теперь это мой фаворит. Я думаю, вам понравится мой рецепт. Посмотрите, какая это красота. Приятного аппетита.